Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня вашему вниманию представляется доклад на тему «Хирургическая школа» академика Сергея Ивановича Спаскуковского. Целью нашей работы является осветить труды и достижения великого хирурга к 150-летию со дня его рождения. Сергей Иванович родился в Костроме 10 июня 1870 года. Среднее образование получил в Ярославской губернской гимназии. В возрасте 18 лет он поступает на медицинский факультет Московского университета. В начале своей карьеры Сергей Иванович разработал новый способ ампутации голени, который вошел в историю хирургии как операция под названием «Левшина» Спаскуковского. В 1897 году на греко-турецкой войне впервые применил свой знаменитый восьмиобразный съемный шов. В 1905 году ведет активную работу по гастроэнтерологии. Приходит к выводу, что при язве и раке желудка при одинаково благоприятных условиях необходимо делать иссечение, а не соустье. К 1910 году половина всех желудочных операций в России были выполнены именно Сергеем Ивановичем. Он вел работы по предоперационному желудочному голоданию, ацидозу и операционному шоку, выдвинул положение о завороте кишок как болезни голодного человека, теорию токсемии при непроходимости и разработал ряд мер борьбы с ней. Впервые Сергей Иванович Спаскуковский начинает оперировать грыжи во время работы в земской больнице в Смоленске. Он остановился на грыжеиссечении по способу Жерара, так как тот привлекал его своей простотой и давал наименьшее количество осложнений. За 1898 год Сергей Иванович выполнил 69 грыжеиссечений, а через два года эта цифра увеличилась до 628 грыжеиссечений. В начале 1909 года Сергей Иванович Спаскуковский приехал в Саратовский императорский Николаевский университет и в 1911 году возглавил кафедру оперативной хирургии с топографической анатомией и упражнениями в операциях на трупах. В 1913 году Сергей Иванович становится заведующим кафедрой госпитальной хирургии. За период с 1911 по 1913 год в Саратове грыжеиссечения стали занимать первые места в оперативной работе хирургических клиник. Пребывая в непрерывном поиске более совершенной техники наложения швов на апоневроз и мышцы, профессор Сергей Иванович Спаскуковский предложил способ, при котором внутренний край рассеченного апоневроза вместе с краем внутренней косой и поперечной мышц живота подшивались к попартовой связке над семенным канатиком, а наружный край апоневроза накладывался поверх внутреннего и подшивался к нему. В дальнейшем данный способ грыжеиссечения был еще более упрощен и усовершенствован и получил название способа Жерара Спаскуковского. За 12 лет, то есть с 1913 по 1925 год, в клинике, которой руководил Сергей Иванович, было произведено 345 паховых грыжеиссечений. Помимо лечения грыж, Сергей Иванович занимался разработкой лечения эхинококоза печени. И один из первых в стране, совместно с Виноградовым, начал выполнять рентгеноманометрические исследования желчных протоков. Суть его оригинального метода – лечения. После обработки эхинококкового пузыря печени 2% раствором формалина зашивать необходимо пузырь наглухо. Эту же методику хирург применил и при эхинококке легкого. Далее он перешел на удаление опухолей грудной стенки и опухоли легкого. Необходимым условием для оперирования на легких академик считал применение пневмопрессии. Сергей Иванович после зашивания раны плевры всегда отсасывал через иглу воздух из плевральной полости. Позже данная методика была применена к удалению инородных тел из легких и средостений. Сергей Иванович установил, что применение паллиативных операций при лечении пневмоторакса и фринкоктомии должно быть ограничено лишь определенными случаями. При радикальном лечении осложненной пневмонии он разработал технические детали подхода к очагу одно- и двухмоментным способом. В период работы в Саратове Сергей Иванович начал успешно осваивать нейрохирургию. Впервые в Советском Союзе он применил энцефалографию при обследовании больных и выполнил операции на мозжечке и придатке мозга. Усовершенствовал некоторые нейрохирургические операции, в том числе впервые применил жировой лоскут при хирургическом лечении огнестрельных ран черепа. В 1926 году Сергей Иванович покидает Саратов и отправляется в Москву, где занимает должность руководителя факультетской хирургической кафедры и клиники 2-го Московского медицинского института.
Являясь с 1926 года руководителем хирургического сектора Института переливания крови, Сергей Иванович внес огромный вклад в развитие отечественной трансфузиологии. Он начал переливать кровь больным с помощью обычного 20-миллилитрового шприца. Сергей Иванович отдавал предпочтение переливанию консервированной крови. При отсутствии в то время рефрижераторов он установил в своей клинике ледник собственной конструкции для хранения пробирок с испытуемой кровью. Также Сергей Иванович всегда стремился к совершенствованию асептики и антисептики. В 1928 году он вместе с Кочергиным предложил способ обработки рук перед операцией, которым в течение многих десятилетий пользовались хирурги во всем мире. Сергей Иванович и Иван Георгиевич показали, что, применяя 0,5% раствор нашатырного спирта, можно путем мытья кожи создать почву, благоприятную для последующего дубления спирта и преграждения таким путем доступа микроорганизмам из глубоких слоев кожи в операционную рану. Хирургическая научная школа Сергея Ивановича является одной из наиболее крупных в истории отечественной хирургии и включает в себя несколько десятков талантливых учеников, большинство из которых стали профессорами, академиками и возглавили хирургические клиники и научно-исследовательские центры в разных городах Советского Союза. Среди учеников Сергея Ивановича 35 профессоров и 50 кандидатов медицинских наук. Академик Сергей Иванович Спасококотский скончался 17 ноября 1943 года и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. На гражданской панихиде было сказано, что из жизни ушел патриарх русской хирургии. Коллектив кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Саратовского государственного медицинского университета продолжает дело Сергея Ивановича Спасококотского под руководством Владимира Владимировича Алипова. Подводя итог роли академика Спасококотского и его школы, следует сказать, что он был широко образованным человеком, блестящим клиницистом и тонким диагностом. Благодаря систематическому внедрению идей Спасококотского советская хирургия смогла радикально понизить смертность от операций и послеоперационных осложнений и вышла в лидеры по разработке новых хирургических методик. Личность Сергея Ивановича – это пример высочайшего врачебного гуманизма, целеустремленности в науке и служения людям. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.